Блин, реально, вот здесь хороший пулемет будет. Полностью простреливающий вот это вот все. А потом я закрою вот с этой стороны себе еще песком, и вообще будет безопасная позиция. Так, и я возьму вот этого, потому что он... Потому что он дебил и не заслуживает жизни. Почему ты выбежал сюда? Тебя кто-то просил сюда выбегать? Тебя просили вот здесь встать. Чтобы я мог взять пулемет и раздать людей. Ну что это такое? Ну... Главное, что пулемет так просто не снять. Пулемет реально снимается только выстрелом из танка. Хиту не всегда. Единственный минус пулемета — это какой-то кривой прицел, из-за которого надо наводиться всегда выше, чем то место, куда ты хочешь попасть.